Моя следующая гостья снималась в фильмах «Очень страшное кино», «Шафер», «Думай как мужчина в обеих частях», а теперь она снимается в новом фильме на Lifetime «Замуж любой ценой». Пожалуйста, поприветствуйте прекрасную Реджину Холл. Ты выглядишь просто бесподобно. Спасибо, я хотела сказать, что я наряжаюсь для тебя больше, чем для моей второй половинки. Правда? Да. Правда? Мне нравится наряжаться для тебя. Это очень мило. Это очень хороший комплимент, который очень меня заинтриговал. Многое стоит обсудить. В прошлый раз, когда ты была здесь, ты сказала, что расстроилась из-за свиданий. Во что мне тяжело вериться, ты такая красивая женщина. Я не могу поверить, что у тебя вообще могут быть какие-либо разочарования. Но как все идет сейчас? Ну, сейчас все хорошо. Я бы не сказала прекрасно, но я бы сказала стабильно. Но пару лет назад я рассталась. И это было тяжело. Так что я... попробовала стать монашкой. Ты попробовала стать монашкой? Реально? Это не шутка? Ты хотела стать монашкой? Я пошла в монастырь. Ты реально пыталась перейти в монастырь? Я пошла туда, чтобы присоединиться к ним. Во-первых, ты католичка? Это не такого типа монастырь. Есть разные секты монахинь. О, правда? Есть несколько. Несколько сект. Несколько сект, да. S-E-K-T. А что ты думала, что я сказал? О чем ты вообще? Ну, это для зрителей. Я не знаю. Я думаю, мы все на одинаковой странице сейчас. Да, и именно к этой я пыталась присоединиться. Ну, у них есть ограничения в возрасте. Ограничение до 39 лет, а мне было 40. Что? Нельзя стать монахиней в том монастыре, потому что ты пришла на год позже? Потому что была слишком взрослая, да. Да, да. Это абсурд. Но ты бы реально это сделала? Будь честна. Ты бы реально стала монашкой? У тебя отличная карьера. Если бы я прошла этот тест... и еще один тест. Тогда да. Ладно, там, значит, два теста. Первый быть определенного возраста, а другой? Количество пенисов мужчин. Что? Сексуальных партнеров. Теперь это S-E-K-S? Да. Я запутался. О чем ты вообще? Это все правда? Ты пошла, и они спросили, сколько тебе лет, и... Я не дошла до второго этапа. Я остановилась на возрасте. Значит, можно стать монашкой в этом монастыре, если у тебя было определенное количество сексуальных партнеров? Ну, я не дошла до этого этапа, но я знаю, что другие сказали, количество должно быть 4 или меньше. Так что, я не знаю, как у всех остальных, но... Я бы мог податься в монашки. Я мог бы стать монашкой! Это невероятно. Я представил, как заполняют бланк. Сколько там мужиков? Нет, но насчет возраста, я думаю, что они должны убедиться, что это не ситуация, когда приходишь по умолчанию. Так и звучит на самом деле, что у тебя была депрессия, и ты просто такая, пойду-ка я в монастырь. Нет, но я хотела быть монашкой, когда мне было 14. Потом я встретила Леонардо, но мы с ним не занимались любовью. Ладно. Так что он не один из списка больше 4. Ладно. Да, хорошо это знать. Такое чувство, что сейчас я у тебя беру интервью для монастыря. Ты мне тоже откажешь? Не-не-не, ты можешь приходить сюда сколько захочешь. Ты как-то сказала, что очень важно дать мужчине знать, что он прав постоянно. Это твоя философия. Я так считаю, да. Ты знаешь, мужчины чувствительны и легко ранить их маскулинность. Я просто поняла для себя, что нужно подыграть ему. Просто подыгрываю. Например, как? Как делаешь так, чтобы он думал, что всегда прав? Ну, когда мы едем в ресторан, и ты определенно едешь не туда, мы проехали мимо 5 миль, я скажу, вау, малыш, мы еще не были в этих местах, но я так рада, что ты выбрал такой путь. Здесь так красиво. Здесь так красиво. Это так мило. Это почти как вялый сарказм. Ну, это классная часть города. Энди, она не сделала такое лицо. Она не сказала, о, это классное место.
Она сказала это очень милым способом. Ладно, давай представим, что мы с тобой в горячих отношениях. Хорошо. И ты говоришь, Конан, поедем, покушаем? И я говорю, ладно, я забронирую место в отличном ресторане стейков. Ладно. Ну, если ты скажешь так, я скажу... Малыш, прости, но что ты сказал, что хочешь? Хочешь стейк или суши? Видишь, я собираюсь подсознательно тебе внушить то, что я хочу. И ты, скорее всего, скажешь, «Оу, я сказал стейк, но ты хочешь суши?» Ну, я люблю суши, но люблю и стейк. Хочешь суши тогда? Я хочу стейк! Тогда стейк. Я хочу стейк постоянно! Вот какой я в отношениях. Нет, но это очень-очень хорошо. Я понял, что ты делаешь. Ты очень хороша. Да. Так как с моими сестрами это не срабатывало, я теперь по-другому пробую. Ты сказала, что ты сейчас в отношениях? Ну... Я встречаюсь кое с кем. Ладно. А как он будет чувствовать? Я представляю, что он увидит это интервью. Ну, я не... Ну... Что, если он увидит это интервью, и он думает, что вы в отношениях, а ты на телевидении говоришь, я еще не в отношениях? Ну, я думала, что мы в отношениях, но когда мы с ним поговорили, мы не выяснили это. Я не знаю, что это. Почему ты не управляла в этот момент его разумом? Ты сказал, что мы в отношениях или нет? Потому что я услышала, что да, малыш. И он такой, мы в отношениях. Нет, я хочу, чтобы это было искренне. Я сказала, знаешь что, давай просто будем счастливыми. Это работает, девушки. Ты сказала, давай просто будем счастливыми? Да, давай будем счастливыми. Я счастлива с тобой исключительно, и ты счастлив со мной исключительно, потому что я не хочу, чтобы он осеменял. Везде. И это генетически заложено в ДНК мужчин. Уверяю тебя, это так. Я всегда на улицах осеменяю. Нет, твое желание осеменять, чтобы сохранить население. Ты хочешь осеменять. Точно. Но ты не станешь, потому что у тебя есть... Ты взял на себя обязательства. Да, я взял на себя обязательства. Я женат, да. И у тебя есть дети, которые являются клеем осеменения, окруженные доносчиками. Да. Ну, теперь нужно сказать, и у всех есть айфоны. Да, так что ты уже осеменил. Да, это правда. Но мне любопытно, ты говоришь, что ты не уверена про ваши отношения. Но что нужно для того, чтобы ты знала, что... Какие качества для тебя важны, чтобы понять это по-настоящему, это надолго? Для тебя достаточно будет того, что он просто хороший парень? Этого может быть достаточно для меня, но не для нее. Мы должны соглашаться. Иногда я думаю, что он чудесный, а она такая... Я так не думаю. И потом... Она разговаривает. Она говорит мне. Она такая, «Эй, там наверху! Он не тот самый!» Я надеюсь, что она не так звучит. Нет, это как... «Не тот парень!» Это точно так, как она звучит. Она очень агрессивная. Нет, но это как и у мужчин. Знаешь, у мужчин здесь говорит «не делай этого», а там говорит «да», а у нас все наоборот. Так что мы думаем... Боже. Мой пенис вообще не так разговаривает. Он такой, я устал. Я не знаю. У меня депрессия. Лучше бы книжку почитать. А я такой, давай соберись уже. Нет, она просто говорит, что закрыто. Закрыто для дела. Закрыто для дела. Ничего не будет. Так что разум и тело должны прийти к единому мнению. Да, нам всем он должен понравиться. Мне он должен понравиться в эмоциональном плане, мысленно, и потом физически, чтобы мы могли перейти к следующему уровню. Перейти к следующему уровню, да. Ты не можешь этого сделать, если у тебя нет вагины, ты не знаешь. Если бы у тебя была вагина... Тогда вы бы оба знали этот голос. Ладно. Да, ладно, хорошо. И ты тоже. Да, нет, я знаю. Я... У тебя была вагина. Была. Но потом одна поездка в Копенгаген. Это самое странное интервью.
Но мне нравится, мне очень нравится.